ради этой награды. Нужно знать о песнях все и даже больше. И победить в игре. Игра куплена. Да, потрясающе. Любимая игра возвращается на экраны. Еще больше музыкальных головоломок и новых заданий. Что в черном ящике? Отвечает Сава Воронин. Эмоции зашкаливают. Господа, пожалуйста, не переоцените свои возможности. Кто-нибудь запомнил? Да. Окей. Ну ты что? Ты же простите, я не умирала от инфаркта. Это музыкальная викторина «Что это за хит?». Смотри на РТС. А, секундочку, как это делается у молодых ребят?